Всем привет, друзья! С вами Виталий Гуд с коротким выпуском новостей от Новомерси Радио. Если у вас возникнет желание поддержать рублем выход новых роликов на этом канале, ссылка на донат любым удобным для вас способом есть в описании. А также на экране есть QR-код, на который можно просто навести камеру вашего телефона. Сегодня таких нет. Игорь Капранов не сидит сложа руки, он снова записывает вокал для Outcast. Возможно, это была запись демки, а может быть, нас ждет новый сингл, посмотрим. Судя по всему, помимо Outcast'а, Игорь пишет фиточек и для Аскеза с Евгением Потехиным. Похоже, его сыну нравится, что получается. А также недавно Игорь при содействии парней из Кореи записал бас для своего проекта, у которого пока нет названия, но уже есть понимание, что музыка будет тяжелая, и что вместе с Игорем в этом проекте, судя по всему, будет участвовать Юрий, гитарист Кореи. Такой небольшой басовый сетап сегодня. Вот у нас у руля мистер Юрий. За струны отвечает у нас бас-громовержец. Ну и вот инструмент. Смотрите, какая красота. Работу над материалом North Dead Metal банды Игоря, которая называется Idols to be Faded, тоже никто не отменял. Насколько я понимаю, у группы уже практически готовы 5 треков, которые они, думаю, скоро начнут показывать. Респектую продуктивности Игоря, который в последнее время не вылезает из студии и занимается кучей музыкальных проектов. А еще, кстати, он завел себе страничку на Boosty, где начал выкладывать всякий эксклюзивный контент. Я вот решил подписаться, пока у него такой плодотворный период, буду следить за всем его движем. Если вам тоже интересно, присоединяйтесь. Парень по имени Мэтт Катшелл, у которого на YouTube есть свой канал с прикольными комедийными эмо-роликами Felt Emo Again My Delete. Собрал группу, которую назвал Your Broken Hero, и выпустил отличный трек под названием A Letter to Ashley с отличным клипом на него. На мой взгляд, все круто, все по канонам, в лучших традициях, припеву хочется подпевать. А еще в этом клипе Мэтт демонстрирует шикарную хореографию. Московская группа под названием Элоси презентовала свою третью видеоработу на трек «Париж». Не надо слов, так будет легче, ребята играют достаточно лайтовенький альтернативный рочок, комфортно сочетая в нем и какие-то штучки от поп-культуры. Получается достаточно качественно и стильно. Канадские металлисты из Spirit Box выпустили достаточно лайтовенький, но вкусный сингл под названием Constance. Если хочется погрустить под хорошую песню с хорошим клипом, это идеальный вариант. Ну и вообще, эта группа стала для меня одним из открытий этого года. Ребята, а еще 18 декабря я с группой «В себе» сыграю наш последний в этом году концерт. Дело будет происходить в московском клубе «Город», что в 3 минутах пешком от станции метро «Менделеевская». Будем поздравлять с 15-летием парней из группы «Йена». Приходите, всех буду рад видеть. Ссылка на встречу и на билеты есть в описании. В рубрике с отгадыванием старого доброго сегодня будет фрагмент трека загадочной группы, выпустившей только один альбом в далеком 2006-м. Традиционно, кто смог отгадать название группы и желательно трека, пишите в комментарии. Кто не смог, пишите, что это вам напомнило. Спасибо, что досмотрели до конца. Напоминаю, что желающие поддержать этот канал могут сделать это по ссылочке в описании. Пишите в комментарии свои соображения относительно сегодняшнего выпуска. До новых встреч и пока. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо.
Radio.